Итак, всем привет! Я Дима, канал Владелец Аквариума и 200 литров, которые давненько уже не были на канале. Кратко. В общем, пока на одной лампе. Фильтра просто с губкой. Я оттуда повыкидывал всю лаву. Вот. Живность там прячется. Он даже... Вот такой вот, это тоже редкие гости, они боятся. В общем, вот такое состояние, он там водорослями пообрастало. Вот. Вот так вот. Отсюда кусок от я оторвал Анубиаса Пинта в аквариум в офисе. Вот. Вот так вот большая часть выглядит. Буцефаландр. В общем, как-то так. Воду меняю раз в неделю, раз в две недели, раз в три. Вообще уже бардак пошел. Подливаю. И все. А, и да, фильтры. На одном фильтре оно сейчас работает. Один фильтр на губках, и все. Второй отключил. Самец овдовел. Уже он... Пару месяцев без самки, если не больше. Вот вторая попытка. Первая, моя супруга ходила в магазин, ей продали просто полудохлую самку. Сейчас вот были на рынке, у нас купили 100 гривен. Посмотрим, примет или нет, не знаю. Будем пробовать. Вот, как-то так. Сейчас водичка немножечко стабилизируется. Немножечко добавим аквариумное и выпустим ее. Вот как-то так. По аквариуму вот все в таком виде. Вот что-то разнервничался. Не нервничай, все хорошо будет. Вот все в таком виде. Закончился альгицид, пока не покупаю. Но микро-макро еще есть. Их буду добавлять. Вот как-то так. Ну и кто досмотрел до... этого момента, не знаю, но скорее всего буду рассматривать вариант продажи этого аквариума. Ну, то есть с вот этими с лампами, аквалайтерами полностью, с растениями, с двумя фильтрами, кроме тумбы. Ну, так что, если вдруг кому-то будет интересно, пишите, может быть, и обсудим. Ну, как-то так. Ну, а пока что всем спасибо за внимание. Всем всего хорошего. Вот, и пока-пока.